Всегда прошу подняться тех, кто стал победителями. Это команда «Граница Юг», «Эксузиан Диана» и «Афунт Даниэль». Диана Эксузиан, руководитель молодежного парламента Сочи, оказалась самым убедительным спорщиком на форуме «Селигер-2013». Дебаты, говорит она, велись на самые горячие темы – о смертной казни и сухом законе, о равноправии полов и Олимпиаде в Сочи. Особенность сочинской делегации – это наличие практики. Практики, которую мы получаем каждый день, непосредственно помогая и управлением администрации, и делать какие-либо мониторинги и нашему работе с молодежью. Это всегда креатив, это всегда разный подход. Это что мы пытаемся донести на всероссийском уровне. Активная молодежь собирается на берегу озера Селигер в Тверской области с 2005 года. Внимание первых лиц государства к этому образовательному форуму неизменно. В лагере прошло несколько смен. Была экологическая, инновационная и посвященная бизнесу. Во всех направлениях сочинцы проявили себя ярко. И грант получили, и экспертами выступили, с чем их и поздравил глава города. По мнению Анатолия Пахомова, такой потенциал курорт просто обязан использовать. Нам нужна молодежь активная, нам нужна, которую мы должны собрать и сказать, потом сказать, вот вы четверо будете работать в департаменте ЖКХ дублерами. Вы пятеро пойдете дублерами в департамент такой-то, транспорта. Да. Вы говорите, у нас 100 человек, у вас должно быть 1000 человек. 1000 тех молодых ребят, которые активно должны участвовать в работе районных администраций. Глава Сочи не исключает возможность создания молодежного правительства в городе. Но что касается участия в молодежном форуме, то на следующий год на Селигер отправится не 10 человек, как в этом, а уже 60. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.